Геннадий Игоревич, начинайте. Боже, милостив будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Достойно есть, яко воистину блажите тебе Богородицу, пресноблаженную, пренепорочную, Матерь Бога нашего, честнейший херувим и славнейшего воистину Серафим, без истления Бога, Слово рожившую сущую, Богородицу тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй. Господи, помилуй. Господи, благослови. Воскресай из мертвых, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий. Молитва ради пречистой Твоя, Матери, силы честного животворящего Креста, святых ангелов наших, хранителей и всех ради святых, помилуй, без крестного знамения, так просто поклон. А поясных три. Боже, милости, будь мне грешному. Создавай меня, Господи, помилуй меня. Без числа я согрешил, Господи, прости меня грешного и помилуй. Царь Небесный, Утешитель, Дух Истины, Вездесущий, весь мир наполняющий, Источник, благ и податель жизни, приди и вселись в нас, и очисти нас от всякой скверны, и спаси благие души наши, Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, Святый Крепкий, Святый Бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззакония наши, святые, посети и исцели немощи наши имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.
Игнатий Тихонович, звука нет. Просят слух молиться. Слух просит молиться. Я, чтобы молился? Да. А, и там не помешает никому? Ну, звука нету, они не слышат, как мы молимся. Ну, так буду говорить, слышно, нет? Слышно. Молитесь. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй нас. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешно. Слава Тебе, наш Бог и Иегова, Авва Отче. Свят, свят, свят Господь Саваоф. Вся земля полна славы Его, аллилуйя. Кто может, делайте всегда земные поклоны. Но я не могу из-за позвоночника. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Вышний Богу. На земле мир, в человека благоволение. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне веру в Тебя, страх пред Тобой и ожидание суда Божия. Благодарю Тебя, Господи Боже мой, за тот день, в который дал мне Святую Библию и указал на толкование святых отцов и на каноны святых соборов, как на истину. Аллилуйя! Пресвятая Госпожа Богородица, Преснодева Мария, Матерь Христа Бога нашего, спаси нас молитвами своими. Аллилуйя! Господи, воздай милостями всем, кто помогал нам, принимал нас во время нашего миссионерского путешествия. Павла, Зинаиду, Владимира, семейство ее. Валентину, Екатерину, Людмилу, Надежду, Дмитрия, Сергея. Аллилуйя! Ангел Христов, хранитель мой святой, моли Бога о мне грешном. Благодарю Тебя, мой добрый ангел-хранитель, за эту тихую мирную ночь. И столько лет Ты хранил, защищая меня от видимых и невидимых опасностей. Прошу Тебя, мой ангел, не покинь в смертный час, когда душа будет разлучаться от тела, и проведи душу мою по мытарствам страшным и непонятным. И веди ее навеки в вечное царство Христа Бога нашего. Аллилуйя! Иоанн Креститель, Предтеча Христов, моли Бога о нас. Научи нас, Господи, жить и в бедности, имея пропитание и одежду, быть благочестивым и довольным. Никогда не роптать, никому не завидовать. Всегда и во всем быть экономным. И каждому даруй жилье Сергею и Гавриилу. Аллилуйя! Дабы не страшиться царей начальствующих и не участвовать в бесплодных делах тьмы, но и обличать. Аллилуйя! Святитель Христов Никола, Мирликийский чудотворец, образ крутости, воздержания, добрый архипастырь, моли Бога о нас. Аллилуйя! Молите Бога о нас, и ты, пророки Божии, пророк Илия, Елисей, Енох, Моисей, Самуил, Аарон, Ио, Авель, Ной, Иосиф, патриархи, Ездра, Неемия, Амос, Наум, Исаия, Иеремия, Варух, Иезекииль, Осия, Яиль, Агей, Сафония, Захария, Малахия, Давид, Нафан, Даниил, Отроки, пророк Михей, Авраам, Исаак, Иаков, да исполнит Господь духом пророческим церковь свою, дабы день прихода Твоего, нашего отшествия, не застал нас не готовыми, но чтобы вышли навстречу Тебе, Господи, с горящими светильниками истинной веры и сосудами, полными илея добрых дел, соделанных в Духе Святом. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые ангелы и архангелы, херувимы и серафимы, и все небесные силы, престолу Божию предстоящие,
и вы, святые апостолы, и Петр, и Павел, евангелисты, Матфей, Марк, Лука, Иоанн, да дарует Господь нам жажду исследовать Священное Писание, ибо через них мы думаем иметь жизнь вечную, а они свидетельствуют о Тебе. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые мученики и мученицы, Игнатий Богоносец, Поликарп Смирский, Иустин Философ, Косма и Дамиян, Андрей Стратилат, Иерон Мученик, Климент Римский, Климент Анкирский, Анфим Никомедийский, Георгий Победоносец, Пантелеимон, 40 святых мучеников, царь Николай, святое царское семейство, Владимир, Вениамин, Иосиф, Борис и Глеб. Да укрепит Господь народ свой, дабы никто не принял начертания зверя Антихриста. Анфиму и Вениамину дай веру и устраши родителей за такое ложное воспитание. Аллилуйя! Молите Бога о нас, святые отцы Василий Великий, Григорий Богослов, Иоанн Златоуст, Афанасий Великий, Ефрем Сирин, Антоний Великий, Макарий Египетский, Макарий Александрийский, Тони Феодосий, Корнилий, Ио, Сергий Радонежский, Стефан Пермский, Серафим Саровский, Иоанн Тобольский, Иоанн Кронштадтский, Иоанн Шанхайский, Кирилл и Мефодий, Иннокентий Николай, Макарий Алтайский, Филарет и все переводчики Священного Писания, молите Бога о нас. Да укрепит нас Господь и сохранит в святой православной вере, а замысли еретиков в ничто преврати и развей. Аллилуйя! Слава Тебе, Боже наш! Слава Тебе! Молите Бога о нас, святые жены и девы, Фёкла Первомученица, Фатина Самарянина, Феврония, Вера, Надежда, Любовь, Матерь София, Наталья, Адриан, Варвара, Екатерина, Перепетуя, Татьяна, Ирина, Ольга, Елена, Нина, Мария, Магдалина, Мария Египетская, Прискила, Акила, Андроник, Июния, Киприяна, Устина. Да дарует Господь послушание и молчание, целомудрие и стыдливость, и сохрани их, Господи, от всяческого поругания. Исправь непокоривость Галины и семейства ее, Евгении, Надежды, Надежды, Светланы, Марии, Ролис, Марины, Юлии, Елены, Людмилы и Анны. И нас помилуй, милости Твоей я ради. Аллилуйя! Спроси Сергея, пришел, нет? И начинать считать дальше псалтырь. Слышать. Есть или нет, Сергей-то Пупков? Читайте псалтырь, да. Читай, Володя, псалтырь. Поближе. Сто пятый псалом. Аллилуйя. Славьте Господа, ибо Он благ, ибо вовек милость Его. Кто изречет могущество Господа, возвестит все хвалы Его? Блаженный, хранящий суд и творящий правду во всякое время. Вспомни о мне, Господи, в благоволении к народу Твоему. Посети меня спасение Твое, дабы мне видеть благоденствие избранных Твоих. Веселиться весельем народа Твоего, хвалиться с наследием Твоим. Согрешили мы с отцами нашими, совершили беззаконие, соделали неправду. Отцы наши в Египте не уразумели чудес Твоих, не помнили множество милостей Твоих, и возмутились у моря, у черного моря. Но Он спас их ради имени Своего, дабы показать могущество Свое. Грозно рек морю черному. Черному. Черному.
и оно иссохло, и провел их по безднам, как по суше, и спас их от руки ненавидящего, и избавил их от руки врага. Воды покрыли врагов их, ни одного из них не осталось. И поверили они словам его, и воспели хвалу ему. Но скоро забыли дела его, не дождались его изволения. Увлеклись похотением в пустыне, и искусили Бога необитаемой. И он исполнил прощение их, но послал язву на души их. И позавидовали в стане Моисею и Аарону, святому Господню. Разверзлась земля, и поглотила Дафана, и покрыла скопище Аверона. И возгорелся огонь скопища их, пламень попалил нечестивых. Сделали тельца у Харива, и поклонились истукану, и променяли славу свою на изображение вола, идущего траву. Забыли Бога, Спасителя своего, совершившего великое в Египте, дивной земле Хамовой, страшной у Черного моря. И хотел истребить их, если бы Моисей, избранный его, не стал перед ним в расстелине, чтобы отвратить ярость его, да не погубит их. И презрели они землю желанную, не верили слову его, и роптали в шатрах своих, не слушались гласа Господня. И поднял он руку свою на них, чтобы низложить их в пустыне, низложить племя их в народах и рассеять их по землям. Они прилепились к Алфигору и ели жертвы бездушным, и раздражали Бога делами своими, и вторглась к ним язва. И восстал Финиес, и произвел суд, и остановилась язва. И это вменено ему в праведность, в роды и роды вовеки. И прогневали Бога у вод Меривы, и Моисей потерпел за них. Ибо они огорчили дух его, и он погрешил устами своими. Не истребили народов, о которых сказал им Господь, но смешались с язычниками и научились делам их. Служили истуканам их, которые были для них сетью. И приносили сыновей своих и дочерей своих жертву бесам. Проливали кровь невинную, кровь сыновей своих и дочерей своих, которых приносили в жертву идолам ханаанским, и осквернилась земля кровью. Оскверняли себя делами своими, блудодействовали поступками своими. И воспылал гнев Господа на народ его, и возмущался он наследием своим. И предал их в руки язычников, и ненавидящие их стали обладать ими. Враги их утесняли их, и они смирялись под рукой их. Много раз он избавлял их, они же раздражали его упорством своим, и были уничижаемы за беззаконие свое. Но он презирал на скорбь их, когда услышал вопли их, и вспоминал завет свой с ними, и раскаялся по множеству милости своей, и возбуждал к ним сострадание во всех пленявших их. Спаси нас, Господи Боже наш, и собери нас от народов, дабы славить святое имя Твое, хвалиться Твоей славою. Благословен Господь Бог Израилев от века и до века, и да скажет весь народ: аминь, аллилуйя, слава. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и всегда, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Аллилуйя, 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 слава Тебе, Боже. Боже, очисти меня грешного, ибо я никогда не делал ничего доброго перед Тобою. Избавь меня от зла, и пусть будет во мне Твоя воля. Дай мне, не подвергаясь осуждению, открыть мои недостойные уста и восхвалить святое имя Твое, Отца и Сына и Святого Духа, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Восстав от сна, я посреди ночи приношу Тебе песни спаси, и припадая к стопам Твоим, взываю к Тебе. Не дай мне уснуть греховной смерти, но жалься надо мной, добровольно распявшийся. Скоро подними меня беспечно лежащего, и спаси меня, стоящего пред Тобой на молитве. И после сна ночного пошли мне ясный, безгреховный день, Христе Божий, спаси меня.
Владыка, человеколюбчив, встав после сна, я спешу к Тебе, и по милосердию Твоему принимаю за угодные Тебе дела. Я молюсь Тебе, помоги мне всегда и во всем, и избавь меня от всякого зла в мире, и от дьявольского искушения, и спаси меня, ввиду в царство Твое вечное. Ибо Ты мой Творец и Источник, и Податель всякого блага. На Тебя вся моя надежда, и я возношу Тебе хвалу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, по обильной Твоей благости и по великому Твоему милосердию Ты дал мне рабу Твоему пришедшее время этой ночи провести без напасти и всякого вражеского зла. Ты сам, Владыка, Творец всего сущего, удостой меня при свете Твоей истины с просвещенным сердцем и исполнять Твою волю ныне и всегда и во веки веков. Аминь. Господи, Вседержитель Божий, сил бесплотных и всякой плоти, на высотах небесных живущий, озирающий долы земные, наблюдающий сердца и помыслы, ясно ведающий тайны человеческие, безначальный, вечный и неизменный свет, который не оставляет затененного места на своем пути. Ты сам, бессмертный Царь, прими моления наши, которые мы в настоящее время, надеясь на обилие сострадания Твоего, творим Тебе из нечистых уст. И прости нам прегрешения наши, совершенные нами делом, словом и мыслью, вольно и невольно, очисти нас от всякой нечистоты плоти и духа. И даруй нам с бодрствующим сердцем и трезвенную мыслью прожить всю ночь здешней земной жизни в ожидании наступления светлого и славного дня, второго пришествия единородного Твоего Сына, Господа Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа, когда общий судья придется славу воздать каждому по делам его. Да найдет он нас не лежащими и сонными, но бодрствующими и восставшими среди исполнения заповеди Его, и готовыми войти с Ним в радость и божественный чертог славы Его, где непрестанные голоса торжествующих и невыразимая радость видящих несказанную красоту лица Твоего. Ибо Ты – истинный свет, просвещающий и освещающий весь мир. Тебя воспевает все творение в веки вечные. Аминь. Святый ангел, поставленный блюсти мою бедную душу и несчастную жизнь, не оставь меня грешного и не отступи от меня за невоздержанность мою. Не дай возможности злому демону подчинить меня себе посредством этого смертного тела. Возьми крепко несчастную, опустившуюся мою руку, и выведи меня на путь спасения. О, святой ангел Божий, хранитель, покровитель бедной моей души и тела, прости мне все, чем я оскорбил тебя во все дни жизни моей. Если я чем согрешил в прошедшую ночь, защити меня в настоящий день. Сохрани меня от всякого искушения вражеского, чтобы мне не прогневать Бога никаким грехом. И молись за меня ко Господу, чтобы Он утвердил меня в страхе своем и садил меня рабом, достойным своей милости. Аминь. Пресвятая Владычица моя Богородица, святыми Твоими всесильными мольбами, отгони от меня ничтожного, несчастного раба Твоего, уныния, забвения, неразумия, нерадения, все скверные, лукавые, хульные помышления от несчастного моего сердца и от помраченного ума моего, и погаси пламень страстей моих, ибо я нищ и слаб. Избавь меня от многих губительных воспоминаний, намерений, и освободи от всякого злого воздействия, ибо Ты благословенна от всех родов, и Твое пречестное имя славится во веки веков. Аминь. Молите Бога о нас, святые угодники Божии. Игнатий Владимир, Сергий Анатолий, Андрей, Виталий, Дмитрий, Янис, Наталья, Ольга, Екатерина, Надежда, ибо мы усердно к вам прибегаем, как скорым помощникам и молитвенникам о душах наших. Богородица, Дева, радуйся, благодатная Мария, Господь с тобою. Благословена ты между женами, и благословен плод чрева твоего, ибо ты родила Спасителя душ наших. Спаси, Господи, людей твоих, благослови принадлежащих тебе, помогая православным христианам побеждать врагов и сохраняя силой креста твоего, церковь твою. Спаси, Господи, и помилуй отца моего духовного, Игнатия, батюшку и Иоакима, родителей, братьев, сестер, родственников, начальников, благодетелей всех ближних моих и друзей, и всех православных христиан, подай им твои земли и небесные блага.
не лиши милости Твоих. Посети их, укрепи силой Твою, даруй им здравие, спасение души, ибо Ты благ и любишь людей. Аминь. Упокой, Господи, души усопших рабов Твоих, родителей, родственников, благодетелей, всех православных христиан. Прости им все их грехи, вольные и невольные, даруй им Царствие Небесное. Со святыми упокой, Христе, души рабов Твоих, праотцев, отцов и братьев наших. Там, где нет ни болезней, ни печалей, ни душевных страданий, но жизнь бесконечная. Воистину достойно прославлять Тебя, как Богородицу, всегда блаженную и пренеброчную, Матерь Бога нашего. Мы величаем Тебя, как истинную Богородицу, родившую без болезни Бога Слово, достойную большей почести, чем Херувимы, и несравненно славнейшую, нежели Серафим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, ныне и всегда, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради Пречистой Твоей Матери, преподобных богоносных отцов наших и всех святых. Помилуй нас. Аминь. Боже наш милостивый небесный Отец, помилуй сына моего Константина, за которого я смиренно молю Тебя, и которого предаю на Твое попечение и защиту, вложи в него крепкую веру, научи его благоговеть пред Тобою, достой его крепко любить Тебя, нашего Создателя и Спасителя, направь его, Боже, на путь истины и добра, чтобы он все делал во славу Твоего имени. Научи его благочестиво, добродетельно жить, быть добрым христианином, полезным человеком. Дай ему здравие душевное, телесное, успех в трудах. Избавь его от хитрых козней дьявола, от многочисленных соблазнов, от скверных страстей, от всяческих нечестивых, беспорядочных людей ради Твоего Сына, Господа нашего Иисуса Христа. По молитвам его Пречистой Матери и всех святых, приведи его к тихой пристани Твоего вечного Царства, чтобы он вместе со всеми праведными всегда благодарил Тебя с единородным Твоим Сыном, Житворящим Твоим Духом. Господи Боже наш, воззри на сына моего Константина, ниспошли на него духа премудрости, разума, благочестия. Просвети его светом Твоего благоразумия, чтобы он скоро разумел, усвоил изучаемые им предметы, употребил их на благо Твоей Церкви, на пользу ближнему, свое спасение. Потому что Ты источник премудрости, Тебе славу возносим всегда, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Благослови Татьяну и Тамару, чтобы они помогли, посодействовали в создании музея Потеряевки. И мужа Татьяны Олега избавь от пьянства, сестру Татьяну Кузьминишну исцели, брата Владимира укрепи, Господи. Всем болящим помоги, Господи. Сохрани общину нашу, Барнаульскую, Потеряевскую, Господи. Слава Тебе. Господи, Владыка, живота, Игнатий Тихонович, молитесь. Спаси, Господи, и помилуй. Господи, и помилуй. Поехали. Ангела, Диамида, Тихона, Антония, Священная Реакима, Павла, Геннадия, Сергия, Василия, Иоанна, Михаила, Наума, Кирилла, Амбросия, Вадима, Зосима, Алипия, Максима, Владимира, Глебу, не дай погибнуть. Диаконов Евгения, Александра, Михаила, Андрея, епископа Максима, Сергия, Кирилла, Венедикта, Франциска, Корнилия, Александра, Диодора, Тихона, и весь священнический, иноческий чин, и высшие истинные служители миссионеров, христианам, язычникам, иудеям, мусульманам и буддистам, и нам дальше священника, если угодно Тебе, Господи. Смири власть и воинство их, среди страх Твой на них. И через них сотвори благое Церкви Твоей, Владимира, Дмитрия, Дональда, Рамзана, Петра, Александра, Эрдогена, Амана, Нурсултана. И сохрани их от покушения, Господи. Даруй мир Израилю, России, Украине, Сирии, где война идет. Помилуй детей Сирии. Спаси их, Господи, и помилуй.
Слава Тебе, Боже наш, за тихую и мирную ночь, что жизнь нашу продлил и разум сохранил. Дай нам желание трудиться, обнаружить и умножить наши таланты, дарованные Тобою. И для всего почти нам добрых помощников, наставников и советников. И сохрани нас от всякого зла, и в этом мире защити. Сохрани нас здесь и селение наше от пожара, от воров, от нечистой силы, живущих там. Андрея, Игоря, Серафима, Владимира, Дарья, благослови Людмилу, Любовь, Владимира, Алексея, Иосифа, прещедобрые жители с детьми, знающие законы Твои и любящих уставы Твои. Спаси и помилуй Татьяну, Наталью, Игоря, Марину, Никиту, чада их, Виктора, Сергея, Севастьяна, Людмилу, Нину, Алептину. И расширь пределы в общем, всех побуди на благовестие, найди новые души. Спаси и помилуй Валентину, Екатерину, Надежду, Наталью, Анастасию, Евгения, Роману, Михаила, Нину, Анну, Юрия, Екатерину, Галину, Сергея, Александра. Смири врагов наших, примири их с нами, и в судный день не помяни их безумие, Александра, Евгения, Сергея, Виктора, ты их знаешь, и благослови благодетелей наших, воздай им добром, Елену, Людмилу, Неомилу, Татьяну, Евгения, Наталью, Надежду, Юрия, Светлану. Спаси нас, Господи, помилуй. Я от пьянства избавил Павла, Михаила, Андрея, Владимира, Александра, Игоря. Путешествующих благослови Раису, Льва, Виктора, Виталия. И возврати их с миром. И Романа освободи от духа лжи, упрямства, непокорства. Не дай ему погибнуть. И духовное рождение даруй Никите. И нас помилуй по милости Твоей, я ради. Найди отступников от себя. Возврати на путь спасения Николая, Михаила, Александра, Юлии. И Максима укрепи, и обличающий глаз его возвыси, дабы обличаемые услышали и покаялись. Спаси нас, Господи, и помилуй, и в этот день. И место себе защити, дабы чужды не могли и приблизиться к нему. Благослови болящих, дай силу перенести страдания безропотно. И пошли им исцеление Валерия, Илариона, Кирилла, Владимира, Надежду, Анастасию, Татьяну, Валентину, Анну, Александру. И всех знаешь. Благодарю Тебя, Господи, за друзей и за врагов, за здоровье и за болезни, ибо по Твоему благоволению и в свое время все может оказаться на пользу. Аллилуйя! Господи, сохрани наше это сокровище в интернете и книги здесь и в пути для пользы и спасения многих людей, трудящихся благослови Игоря, Юлию, Дмитрия, Виктора, Сергея, Андрея, Валентина, Дмитрия, Вячеслава и всех помогающих нам, ты их знаешь, воздай им добром. Обрати Тимофея, Мартина, Германа, Александра, Симона, Леонтия. Хвала тебе, наш Иисус. Будь милостив к нам, Владыка.
Найди все наше родство. Евдокию, Валентину, Ирину, Татьяну, Марку, Нину, Ольгу, Елену, Марию, Татьяну. Их отростки. Аллилуйя. Просим Твоей милости между нами, собирающимся на молитву, да будет всегда мир, любовь и согласие по Слову Твоему. Аллилуйя. Воздай милостями всем, кто позволяет нам быть в интернете, пытающихся совратить, погубить, поставь преграду. Аллилуйя. Хвала Тебе, наш Господь. Слава Тебе. Господи, прими нашу молитву и воздяние рук, как жертву вечернюю, благоухание приятно перед престолом благодати Твоей, Владыка. И соедини нашу молитву с молитвами всех святых, молящихся Тебе, Боже, на небе и на земле. Дивный наш Господь, услыши и исполни молитву всех молящихся о нас во благо нам. Любящий наш Отец Небесный, во имя Иисуса Христа просим, прими нашу молитву о всех заповедавших нам молиться о них. Спаси их, Господи, и помилуй. Аллилуйя! Говори, Господи, Владыка, слушает и дослышит раб Твой. Аминь. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия и празднословия не дашь мне. Душа целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и мое прегрешение, и не осуждать и брата моего. Благословен еси во веки веков. Аминь. Боже, будь милостив ко мне грешным. Господи, прости мои согрешения, тайные и явные, в уме и в помышлении, в воде и в ночи, и во все дни жизни нашей. Ибо Ты благ и человека любишь. Аллилуйя. Господи, прости меня и помилуй. Прости и благослови. Очисти и омой в крови Твоей пречистой. Слава Тебе за голгофские страдания, за жертву Твою, долготерпение и милость. Аллилуйя. Господи, Владыка живота моего, дух праздности, уныния, любоначалия, празднословия, серебролюбия, не дашь мне. Дух же целомудрия, смиренно мудрия, терпение и любви даруй мне, рабу Твоему. Ей, Господи, Царю, даруй мне зреть и моя прегрешение. Еже не осуждать и брата моего, яко благословен еси во веки веков. Аминь. И благослови Алексея, желающего встречи. Хвала Тебе за все. Аминь. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Доброе утро. Продолжение. Третье. Митрополита Григория Санкт-Петербургского Постного. Один день святой жизни. Пока там налаживает Сергей. Виталий, ты здесь? Виталий.
Виталия нету здесь? Как вести себя вечером? Вечером по окончании всех дивных дел благодари Господа Бога за все его благодеяния, полученные тобою в течение дня. Именно за то, что остаешься живым, за твои духовные и телесные силы, за здоровье, за пищу, за питье, за все душеспасительные мысли, за все святые желания, за земной и небесный свет, за помощь и защиту, за всякое благодеяние. Потом займи свое сердце следующими духовными мыслями. Вот я целым днем стал ближе к смерти. Что, ежели Господу Богу угодно будет поставить меня в настоящую ночь на свой праведный суд? Устаю ли я? Поутру намеревался я провести весь нынешний день свято. Как же я провел его? Не прогневал ли чем-нибудь Господа Бога? После таких вопросов, молись в своем сердце Всесвятому Духу, чтобы Он просветил твой ум и верно до подробностей привел тебе на память, как ты провел весь прошедший день, как ты вставал поутру, как убирался, как совершал утреннюю молитву, как вел себя во время утренних занятий по твоему званию, как во время обеда и отдыха, как в обращении с домашними, с соседями, с посторонними, особенно со слугою или в случаях для тебя опасных, не подвергался ли греху, не ослабило ли намерение уклоняться от греха, как ты вел себя, когда тебе грубили, не слушались тебя, смеялись над тобою и тому подобное. Б. Молись, чтобы Святой Дух верно привел тебе на память, что ты в нынешний день думал, что говорил, что делал, как старался или не старался сохранять принятое тобою поутру святое намерение удалить. Предпринимал ты. Какой способ предпринимал ты против обольщения греха или против препятствий исполнить волю Божью? И почему тот способ оказался недостаточным? В. Молись, чтобы Святой Дух верно привел тебе на память, в чем и почему ты согрешил. Чего и почему не исполнил? Не согрешил ли питанием в себе дурных мыслей и желаний? Не согрешил ли словами, делом? Не согрешил ли попущением сделать что-нибудь доброе или должное? Не согрешил ли против заповеди первой, второй, третьей и так далее? Не принимал ли участия в каких-либо чужих грехах и тому подобное. Наконец, Г. Особенно молись, чтобы Святой Дух привел тебе на память, какое особенное тобою принято было поутру святое намерение, что тебе способствовало исполнить его, если ты исполнил его, в противном случае, что препятствовало или воспрепятствовало тебе исполнить его? Предпринимал ли ты что-нибудь против представлявшихся тебе препятствий? Что именно и чему предпринятое тобою оказалось несильным? Дело это чрезвычайно важное,
Никогда не опускай его без внимания. Именно от такого примерного исследования себя зависит наше нравственное, духовное усовершенствование себя. Без такого точного исследования себя никогда нельзя ожидать нам нравственного усовершенствования себя. Вспоминая, как ты вел себя в прошедший день, ты найдешь в себе и доброе, и худое. Доброе все приписывай Богу, а худое – себе. И снова принимая решительное намерение противиться греху, особенно твоему любимому греху. Не придумывая всевозможные меры и способы избавиться, от него, но в то же время усердно моли и проси Господа Бога, чтобы Он сам открыл тебе надежные способы утвердиться в твоем добронамерении так крепко, чтобы ты готов был лучше умереть, чем снова сделать прежние грехи свои и снова оскорблять Господа Бога. Отходя ко сну, соверши вечернюю молитву по готовым церковным молитвам или своими словами. Только смотри, чтобы твои молитвы были непременно святые и обстоятельные. А. Прежде всего, благодари Господа Бога за все оказанные им тебе и всем людям благодеяния, за искупление, за святую веру, за святые таинства и за все святые внушения ко спасению. Б. Молись, чтобы Господь Бог простил тебе все твои грехи и не попустил тебе умереть во грехах. В. Молись, чтобы Он избавил тебя от вражеских искушений во сне и в ночи, но послал тебе своего ангела-хранителя. Да сохранит он душу и тело твое от всякого зла. Г. Молись, чтобы Господь благословил всех ближних к твоему сердцу, родителей, братьев, сестер, родственников, знакомых, благодетелей, домашних, начальников. Помолись и за врагов своих. Молись, чтобы Он помог бедным, скорбящим, путешествующим, больным, обижаемым, чтобы утешил несчастных, приютил сирот, укрепил надежды умирающих, упокоил умерших, чтобы благословил всех детей, направил к добру всех юношей, укрепил святой жизни возрастных и всех старцев сделал образцом святой жизни, чтобы всех грешников привел к покаянию, истребил тьму, в которой живут язычники, неверующие, еретики и раскольники, чтобы просветил их своим светом, всех ввел в познание своей истины, всех направил на истинный путь спасения и спас. Наконец, предай себя Господу Богу совершенно. Ознаменуй себя крестным знамением, ложись в постель и засыпай, памятуя смерть и суд Божий. Всевозможно старайся засыпать с хорошими мыслями. Хорошо почитать какую-либо назидательную книгу или житие святого, которое празднуется завтра. Всего больше старайся засыпать в преданности Господу Богу. Тогда, что бы ни случилось с тобой во время сна, тебе нечего бояться. Тогда ты спишь как бы на руках Божьих. Тогда Господь Бог сам смотрит за тобою, бережет тебя. Тогда какое бедствие не постигло бы твое тело, твоя душа безопасна, она у Господа Бога. В случаях бессонницы, когда долго не можешь заснуть, опять размышляй и опять молись. Размышляй о судьбах правды Божией и неправды человеческой и извлекай отсюда полезные уроки для своей жизни. Молись внутреннюю молитвою сердечную. Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Если пойдут в голову и сердце дурные мысли, встань и клади поклоны с молитвою,
помилуй меня, Боже, пока утомишься. Если усердно помолишься, скоро заснешь, а не заснешь, так душевную пользу получишь. Вот как добрые люди препровождают жизнь свою благоугодно или свято. Здесь показан тебе способ, как проводить свято только один день. Так проводи и другой, и третий день, и все дни твоей жизни. Всегда имей сей указатель пред глазами, и по нему располагай дни твоей жизни. Если так будешь поступать, то в конце концов сделаешься совершенным, истинным христианином и получишь венец заслуженной славы. Сначала это дело, быть может, покажется трудным, но ты всеми мерами победи это искушение, чтобы это главное и необходимое для тебя дело сделалось легким. Помни, что леность – мать всех пороков и, следовательно, погибели, а труд, бодрость и бдительность – необходимые условия добродетели и, следовательно, спасения. И в свете человек без правил считается негодным человеком, тем более христианину. Нельзя жить без правил, как попало. А эти правила, несомненно и верно, доведут тебя до цели твоего назначения временного и вечного. Спасайся же, любезный друг, и о мне грешном молися. Доброжелатель твой, недостойный епископ Иустин. Ну что, на этом. Прощаемся. Теперь думайте, к тому, что хотелось бы еще в послесловии к молитве услышать, узнать. Вот это Николай задал, кажется, этот вопрос. Как проверить, я христианин или не христианин? Вот материал готовый. Если так живем, надо это до конца сохранить. Не так, что я подвязался, сколько-то там трудился, а дальше устал, не могу, и все пропало. Господь говорит, не отвергните, если не ослабеем. А если отвергнемся, то и Он отвергнется нас. Апостол Павел это говорит, сравнивая с соревнованиями, как Олимпийские игры. Многие бегут на ристалище, но один получает награду. Итак, бегите, чтобы получить. А кто ослабнет, отрещется, к тому не благоволит душа Господа. Лучше бы такому человеку не познать истину, нежели познавшим обратиться вспять. Но с ними случается поверная пословица. Пес возвращается на свою блевотину, а вымытая свинья идет валяться в грязи. Они не боялись такие сравнения давать. Вот в покаянной молитве там еще более открыто показано. Якоже свинья лежит в колу, в кале. Так и я греху служу. И это не образное выражение, оно действительно так. Ведь все страсти-то ниже пояса. В отходной части все. С ума сошли просто. Смотришь, и на уме больше ничего нету. Но после молитвы, воздержания, послушания ставят все на место. И вот мы утром собираемся. Я не знаю, действительно ли там у Сергея уже можно не 14 человек, а больше. Значит, и другим говорите. Другие не знают, как молиться. Не знают. Ученики Иоанновы научены были Иоанном Крестителем. Христовы ученики просили, научи нас молиться. Вот когда Сергей тут считает, я не стал останавливать, снова считает Божьей милости. Достойно всегда, достойно есть, как выяснилось, всегда земной поклон с крестным знамением. А дальше, Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, молитву ради
Пречистой Твоей Матери, это земной поклон всегда бескрестного знамения. Просто как стоял, так и падай. Правильно делать поклон. Четко и ясно пальцы должны касаться лба, середины лба, ни вверху, ни внизу. Опускаем руку вниз, где находится пуповина, прямо на нее, и так, чтобы тело почувствовало. Не одежду крестить. Потом направо. У меня руки выверчены были, так я рукой другой вот так все добрал, руку подтаскивал, и все равно старался достать. И тогда налево, тоже где плечо, сочленение. Не так, что куда-то под мышку. Точно крест должен быть. Небрежному маханию руки бесы радуются. Рукоплещут, мы не слышим только. Обыкновенное крестное знамение. Земной поклон должен быть такой, не колени подгибать, а просто в спине, в пояснице сгибаться. Что если руку опустишь для проверки, то рука должна достать пол. Видели, как евреи у стены плащ, он просто так вот качается, и все, старообрядцы чуть подальше. Что интересно, мусульмане делают земной поклон, совершенно правильно. Колени, руки, голова, ладони должны коснуться земли. Это земной поклон. Мы предстали пред Господа, и желательно, чтобы не меньше двух человек было. Где двое или трое собраны во имя Мое, там я посреди них. Это не церковь, как сектанты говорят, это просто молитвенная группа. Родные, близкие, домашние, добивайтесь, чтобы все молились с вами. Какие-то меры к этому принимайте, что-то, чтобы человек понял, какой он ущерб наносит себе. Он может ложиться раньше, но перед этим помолиться надо вместе. И никогда не будешь жаловаться, что тебя не слушаются, у нас молитвы общей нету. Не знаю, просто я делюсь опытом. Я один, а вокруг меня 70 человек преступников, камеры. Я начинаю молиться, обстановка сразу создается другая. Я не вижу людей, но сзади люди вместе со мной, преступники, уголовники, становятся на колени. Слава Иисусу Христу! Спаси тебя, Господи! Татьяна Кузьминична-Капустина проверяет, молится. Ну ладно, отхожу. Спаси Христос всех. С Богом. С Богом. Ангела-хранителя. Аллилуйя. Аминь. Спаси Христос. С Богом. С Богом.